Елка для одаренных в Центре творчества детей и молодежи пополнила череду новогодних мероприятий. Главными гостями праздника стали талантливые воспитанники центра, которые за 2017 год успели не только принять участие в различных конкурсах, но и одержать многочисленные победы. С отличным настроением и ожиданием приятных сюрпризов на празднике присутствовало около 300 ребят. Образцовый театральный коллектив «Витамин Т» совместно с педагогами центра порадовал гостей праздника новогодним спектаклем «Сказка тайны Снежной королевы». Увлекательные приключения впечатлили как малышей, так и ребят постарше. Хороводы вокруг елки и конкурсы со сказочными персонажами стали долгожданным продолжением яркой программы. Главным сюрпризом в новогоднем мероприятии стало награждение ребят, ставших победителями в республиканских и международных конкурсах. Дед Мороз приготовил памятные дипломы за своей подписью, за своей печатью и памятные подарки, сладкие подарки, которые спрятаны в замечательного желтого собачонка. Прежде всего, это стимул для ребят. Ну, то, что мы создаем новогоднее настроение, это понятно, но вот получить такой подарок на новогодней елке, это стимул для ребенка, наверное, активно участвовать в этих конкурсах, получать победы, приносить победы Центру творчества, приносить победу родному городу.